Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчикам моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такое слово, как разъединение. Вполне себе обычное слово, но что же вкладывают в это слово, в этот термин разъединение деятели восточной эзотерики? Итак, разъединение. Астральные тела некоторых людей связаны с физическим не жестко. Когда такой человек слишком увлекается мечтаниями, его астральное тело может непроизвольно отделиться от физического. Несколько лет тому назад во Франции был отмечен следующий случай. Школьная учительница, обладавшая этой уникальной способностью, так увлеклась изложением своего предмета, что разделилась на физические и астральные тела. Это вызвало сильное недоумение у ее учеников, перед изумленными взглядами которых предстали сразу две учительницы, похожие друг на друга, как близнецы. В конце концов, об этом стало известно руководству школы, и учительницу уволили с работы. Разъединение может быть также связано с ментальным состоянием, в котором личность теряет способность контролировать психические процессы. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в это обычное слово «разъединение». И нам, представителям западного направления эзотерики, несомненно, нужно и важно знать об этом. А вот этот случай, когда вот людей, обладавших такими способностями, вот в свое время сильно третировали и вот уволили с работы эту учительницу, тем самым лишив ее вот средством к существованию. Но, думаю, она нашла что-то другое. Конечно, достаточно интересный случай. На этом до свидания, до новых встреч.